Hey guys, I'm Sophie and welcome to Speak Russian Fluently. I just got home from school and actually I'm really tired. I wanna rest, I wanna relax, but unfortunately I have no time for it. So today we will do my Russian homework together and you will learn new phrases that you can use in your speech. Вы готовы? Тогда поехали! Оп. Итак, я сейчас поставила чайник, потому что обычно, когда я делаю уроки, я всегда что-то пью или что-то ем. Это помогает мне сохранить нервы. Поэтому чайник поставлен, и сейчас мы будем с вами приступать к работе. Таких разговорных видео будет все больше и больше на моем канале. Если честно, я не знаю, как мне нужно говорить. Медленнее или, наоборот, быстрее. Поэтому, пожалуйста, дайте мне знать в комментариях, как бы вы хотели, чтобы я говорила. Как обычно, как носитель, или же немного медленнее, чтобы вам было удобно. Сегодня передо мной стоит непростая задача — сделать уроки не только на следующий день, то есть субботу, но а также на понедельник. Дома я переодеваюсь в свою домашнюю одежду, а после выписываю для себя несколько задач, которые я должна сделать. Начинаю я с географии. Открываю тетрадь, нахожу домашнее задание и начинаю работать с картами атласа, что, конечно же, не является моим любимым заданием. По географии мне задавали прочитать 51-й параграф, выучить записи из тетради про население Латинской Америки. Также мне нужно было доделать таблицу. Ну, также нужно было ответить на вопросы в параграфе. Я считаю, что это домашнее задание, оно несложное, но мне, правда, очень не нравится тот факт, что в учебнике очень мало информации, и приходится просто искать все в интернете. Биология. Сегодня мы говорим про абиотические факторы. Как правило, я начинаю выполнять домашнее задание с чтения параграфа, а после просто повторяю записи, которые мы писали на уроке. Я хоть и пью сейчас чай, пока читаю параграф, но понимаю, что мой живот сходит с ума. Я очень сильно хочу есть. Кажется, не только я хочу кушать. Да, ты тоже хочешь кушать? Иди сюда, иди ко мне. Иди, иди, иди. А теперь... Кушать, 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 кушать. У меня руки трясутся, офигеть. Я, видимо, настолько устала, что у меня руки просто вот так вот трясутся. Я думаю, вы можете это заметить. Правило номер один, когда делаешь домашнюю работу. Не ложись на кровать. Она такая хорошая. Так хочется в ней спать. Нашла подкрепление в виде мармелада и начинаю дальше делать уроки. Вот вы видите, я только недавно села делать уроки, а уже стемнело. И как только стемнело, мне сразу захотелось спать. Зимой такой короткий день, постоянно какая-то сонливость, какая-то усталость, хочется лежать, хочется спать, ничего не делать. И по этой причине я уже очень сильно хочу весну. Сейчас начинается самое интересное. Это подготовка к ЕГЭ. Мое любимое обществознание, Конституция Российской Федерации. Кстати, я не знаю, что здесь написано. Нашла эту тетрадку для подготовки. Если кто-то может это перевести, напишите в комментариях. Я правда не знаю, что это значит. Может быть... Кто-то не знает, что такое обществознание. В общем, обществознание — это такой предмет. На английском называется social studies. So, сюда... So. Да, иногда я путаю, блин, что? Сразу несколько разделов. Это политика, это право, это социальная сфера, это экономика. В общем, все прямо здесь. Пока пишу задание по обществознанию, расскажу вам несколько интересных фактов. Например,
В России школьники обычно используют тетради в клетку, нежели в линейку, потому что это удобно. А также у нас пятибалльная система оценивания. Я обычно делаю уроки по утрам, а сейчас я изо всех сил борюсь со своим сном, потому что мне так хочется спать. Я вот даже сейчас вышла немножко прогуляться, потому что просто засыпаю дома. Еще я заметила такой факт. В общем, я вышла в своих домашних штанах. Я надеюсь, это выглядит не очень странно. Домой я вернулась поздно, и так как была уставшей, сразу легла спать, чтобы утром встать пораньше. Доброе утро, мир. Время 6 утра. Я не смогла встать раньше, потому что я легла поздно. Очевидно. Сейчас мне нужно просто как-то все успеть, сделать уроки и отправляться в школу. Утро начинается с литературы. А на литературе мы проходим творчество Михаила Александровича Шолохова. Ищу интересную информацию по своей теме, а дальше начинаю это все редактировать на компьютере, чтобы потом распечатать доклад. Ну что, литературу мы с вами сделали. Сейчас начну писать сочинение по русскому языку. Наконец-таки русский язык. И у меня осталось до выхода где-то 20 минут. Well, that's all for now. Thank you for watching this video, guys, from up to the very end. And if you still have questions, you can ask me in the comments below. And if you want to learn more Russian with me, you can follow my Instagram, where I post new words, new phrases that you can use in your speech. See you very soon in my next videos, and пока-пока-пока!